Dipping. Masla. Masal ne? Havuç. Bul. Bul, это журнал. Понятно. Сейчас я в конкурсе. Так, это у нас сумма 1680. Признание. Купля иноземной валюты. Понятно. Ноты. Восковые свечи. Тоже муса, чеки муса. Это английские тесты. Это муса. Макулатура. I won't watch TV a lot. Так, это у нас зарядка для планшета. Зарядка для планшета. Это мне планшет подарил один друг с Москвы. Он такой планшетик, ну, старенький, тормозящий, но лежит пока. Так, это с моей веб-камеры. Тут куча креплений, которые в данное время такой веб-камеры. Экшен этой. Ну, этой камеры, которую я сейчас снимаю. Креплений много, но я в них не разбираюсь даже, как их крепить. Это супер покупка. Супер купка. Не готово. Сейчас все сюда зашуруем. Поставим ее просто. Камера у меня, она поломана. Выкинуть ее, да? Сколько ж можно хранить? Так, это карточки. Стоматологичные карточки. Это интернет-гранатор. Трудовая книжка. Моя старая. 1 листопада 2005 года. Это я работала в Киеве. Принято на работу продавцем за трудовым договором. Я работала с 5 по 6 год тут. 18.11.05, 26.06.06 я звільнена с работы за własным бажанием. Я поломала правую руку. Я работала в киоске в Киеве. Потом поломала правую руку. И, ну, подскользнулась, упала и поломала. И, короче, я потом уволилась. Следующая у меня работа — товариство Гриса. Я работала посудомойщицей. Принята на посаду кухонного працівника. С 6 по 7 год я работала. 1 мая 6 и 5 апреля 7 года. Дальше. Я уже забыла. А, дальше вот я работала в Чернигове в магазине игрушек.
с 8 по 9. С 8 по 9. Да, с 19.00 до 8 по 31.10.2009 года. А между этим периодом я тоже где-то, наверное, работала. Только неофициально. 8.09 год тоже. Ну все. Дальше ничего нету. Дальше я работала с 9 года. А дальше я работала продавцом в детском магазине, но я не была оформлена. 9, значит, 10, 11. 2 года я поработала. И дальше я открыла свой бизнес. Магазин игрушек. Прикольно, что у нас сохранилось. Там карточка. Это английский. Это зразок квитанции для погашения задолженности. Это какой-то кредит. Какой-то кредит, который я уже загасила, скорее всего, я уже не помню. Потому что тот срок, я их столько погасила, я уже могла. Ну, я бы не смогла. А, это диван кредит. Ну, это еще пока похороним, потому что. Так, это журнал «Бум» Черниговский, в котором я участвовала. Там что-то, какая-то фигня. Я выиграла билеты филармонии. Так, это английский. Много английского. Кстати, в понедельник я собираюсь еще пойти на курсы, только уже польского. Это у меня тут карточка амбулаторная. Я недавно просто проходила всяких врачей. Карточки всякие, направления. За курс приема там таблеток против... Как оно называют? Хронический тонзиллит. Документы мы показали. Ложим их сюда. Просто будем ложить наверх. Сейчас посмотрю, тут еще снимают, снимают. А то бывает, что памяти не хватает. И все. Так, как бы нам еще с вами перейти, чтобы видно было вот эту. Так. Вот видите, тут у меня лекарства и куча всего. Да, как же ж нам. Кошелек этот, кстати, прикольный. Я за него забыла. У меня сейчас такой уже убитый. Ну, ходила с таким уже. Так, видно. Так, с чего начнем? Наверное, с этого угла. Лампочка целая. Целая, значит... А что я про них забыла? Про эти лампочки. Только что недавно покупала. Ложим их наверх, наверное. Потому что это такое мелкое. Так. Это коробка с-под моего телефона Lenovo 2010. Тут, кстати, еще лежат гарнитура. И сейчас покажу коробку с того телефона, что сперли. Так. Коробки можно сюда ложить. Она пустая. Так, это телефон, который у меня сперли. Бравис. Когда я покупала его, тоже была такая неприятная история. Продавец был в магазине, сейчас вспомню. Эльдорадо. Продавец настолько был хамом. Короче, он начал сначала, вы берете пленку защитную? Я говорю, да нет, думаю, как всегда парит. А что это, говорит, такой, он все, проехали. Я в шоке была. Как будто ему милость-то не делала. Такое хамло, мурло. Это в центре около Украины. И после этого у меня...